Как бывает в дни войны, есть минуты тишины. Когда бой затихает устало, и разрывы почти не слышны, и стоим мы в дни войны тишиной оглушены. Так бывает в дни войны, нам в окопах снятся сны. Снятся нам довоенные села, где в окошках огни зажжены, и в землянках в дни войны дышат миром наши сны. Как предвидеть наперед трудный путь стрелковых рот? Кто до ближней дойдет переправы, кто до самой победы пойдет? Как предвидеть наперед, что тебя на свете ждет? Есть минуты тишины, когда бой затихает устало, и разрывы почти не слышны, и стоим мы в дни войны тишиной. Спасибо.